Хей, йо, гайз, с вами Шамики, мы продолжаем проходить игру под названием... я не забыл название. The Room 2, точно. Так. Illuminations. Ладно, продолжаем мы с вами проходить игру. А мы прошли обучение. Мы откуда-то появились. Так, кораблик. Кораблик в кораблике. Может, есть кнопка какая-то, чтобы переводила текст? Круто. То есть они перевели одну записку и все? Как это по-вашему должно работать? Самэн, все еще нет, и мое терпение иссякает. В своем отчаянии я даже не с... сам... Я даже сам воображаю на переднюю мачту. В своем отчаянии я даже сам забрался на переднюю мачту. Полицейский док... Да... Еда такая плотная, что я едва вижу свою собственную... Дик. Ну, член из вороньего гнезда. Не врешь... О, Хелен. Как бы то ни было, Ган приказал убрать пушки с палубы. Готовность хорошо, когда мужчины острый на язык. Короче говоря, вот не было бы перевода, хер бы я это прошел. Ладно. Подожди, убрать с палубы, что сказали. Вот раньше нельзя было вот ходить и рассматривать комнаты. Почему в натуре просто не перевели, я не понимаю. Найден предмет, маленький золотой ключ. Прикольно. Так, одного алмазика не хватает. Вот из-за этого я ненавижу игры, к которым люди не могут нормально подойти. Прошло 30 недель в море, и команда беспокоится из-за отсутствия у нас добычи. Ты не предал бы его. Разделали бы... Разделили бы эти опасения. Лицензия капера — это немалая инвестиция, и мой инвестор не будет счастлив без прибыли. Верить пленным, которые мы захватили с Яна Экспресса, мы должны, если бы найти Сантуэлу в этих водах только что из новой Гранады. Это были простые парусы и норнатные из всех, кроме работы, палуб. Но один представитель с собой представляли собой нечто очень ценное на борту. Раздели их на
место, где много моих крипов. Моих воронов, крау. Ох, вот это ж божешки. Наверное, они перевели, потому что у них нет такого шрифта письменного. Маленький ключик. Ну, типа, как должно быть? Ну, думаю, здесь... Без вопросов, и нам говорят, что делать. Поэтому сейчас. Возьмем зошит. Это чистый зошит. Похер. Надо же куда-то записывать инфу. Так, хорошо. Это правый. Так. То есть вот это он закрашенный считается? Да, закрашенный считается. Короче, ближайшие закрашенные. Этому закрашено. Ну. Ну, типа, один мы знаем, а другой мы можем и подогнать. А, мне нужен ключ еще. Это ж мне ни о чем не говорит. О, стой, там еще письмо есть. Перевод на русском языке, игра. Гора Вересковая пустошь, дворец трущобы. Почему бы не быть каютной галеона на всех парусах? С каждым головокружительным шагом Тем облетал земной шар. Так же просто, как поворачивал за угол. Ты не найдешь по моему пути. Или поделал один свой. Какие достопримечательности вы должны быть видели, если мой собственный опыт может... служить каким-либо ориентиром. Продолжайте оставлять записки, и я призываю вас сделать то же самое, чтобы мы могли знать, пересеклись ли наши пути. Как бы это ни было захватывающе с этим местом, что-то не совсем так. Хотя я изо всех сил пытаюсь определить, что именно. Какой-то земной привкус реальности, который совершенно не хватает. Иногда мне кажется, что я чувствую запах извести и жирной краски. А, тут... Знал, что найден странный ключ, странной формы.
ты ж, ё-моё. Где-то что-то еще открылось. Эта панель выглядит как будто ее можно сдвинуть. Может быть, есть переключатель? Да ладно, не вру, что тут есть переключатель где-то. Так, стоп, а это от чего ключ? Маленький ключ. Что-то я должен туда вставить. Маленький ключ. Мне не всралась ваша подсказка, отвалите. Маленький ключ. Где-то ж нужно использовать маленький ключ, получается. Странный цилиндр. Ух ты, ё-моё. И, конечно же, она не переведена. Не удивлюсь, если это, у этой игры плохие оценки. Так, нам не потребовалось много времени, чтобы выследить ее. Мы промчались на север 2 мили по глубоким сексуальным течением, чтобы перестроить ее старт. На север. А я и бук где-то здесь север. Так, приближаясь к материку, мы повернули на запад. На несколько миль, чтобы отрезать у нее побережье, не имея сена, мы направляемся за много миль на юг, чтобы встретиться с ней. Так, увидел ее достаточно уверенно, но она продолжала плащ, прежде чем кто-то смог ее перехватить. Теперь надо дождаться прилива. Окей. Два, два, три.
Так, даже стихия оборачивается против нас. Проходит через меня, у нас несколько минут, и вскоре мы увидели ее мачты в несколько четырех милях к северу от нас. Отправив нас в погоню, она срезала 2 мили на запад. В банк тяжелым балансом мы отремонтируем ее, чтобы только этот проклятый должен. Так, 4 мили вест. 4 мили нест. Синг инг. Чё? А, мне типа монетку надо найти. Еще одну? Не понял. Монетка. Не берется. Значит, где-то надо еще что-то взять. У меня есть маленький ключ, которым я не могу пользоваться. Не забываем, что у нас вот это непонятное закрытое место. У нас здесь непонятно что. Да ладно, штурвал отсутствует. Походу, где-то что-то я не заметил. У меня просто уже минус настроение из-за того, что я не буду... Нахера они так сделали и... Русский язык убрали с текстов. Это не камельфо. Ладно, ставлю на паузу, ищу, что мне делать. Хотя для чего мне искать, если у меня есть, в принципе, кнопка паузы, так ведь? Ну, не пауза, а это... Подсказка. Просто мне, как я понимаю, нужна еще одна фигура. А-а-а. Значит, можно и без подсказки. Так. 4 вперед, 4 вверх. 3, 4, 2 сюда. Мы возьмем и сейчас ощущение, которое незадолго до полудня, и там она была в 6 милях к югу, мы быстро закрыли ее, и она
отбыла на восток на 3 мили, назад к мысу. Теперь она находится к северу от нас, всего в миле. Она больше не доберется до мыса. И? Ага, стоять. Так, поехали. 6 миль на север, короче, вниз 6, 2 вправо и 1 вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Ох, нихера себе. Раскрашенные носовые украшения. Носовое, значит, как раз на корабль подойдет. Угу. Штурвал модели корабля. Стоять. Россия. Самоцвет. Мана здесь головоломки стали побольше. Санта Хелена. Так, Санта-Елена развалится на осколки. 18.00 она вздрогнула, как будто у нее оторвало дно, и начала набирать воду с ужасной скоростью. Только там были ноки. Приближающие мы приблизились очень близко, насколько мы осмелились, попытались взять на себя к выжившим, но только один выплыл из-под обломков. Он какой-то ученый? Разваленный с диким глазами, человек в изуродовом окровавленном кресте, зажатый в его побелевшем кулаке, с костяшками пальцев какой-то скульптор, который, как он говорит, обладал невыразимой силой и ценностью. Похоже, наши
Приор, возможно, не нашел, не пошел с Еленой. Любовь перенесла его в мою каюту на хранение. Сложно было перевести, что ли, на русский, я не понимаю. Так, гиря найдена. АС. Это, естественно, тенденция этого мира скручиваться во все более запутанные скульптуры. Подобно на спирали вихрь, одновременно и в узор, и система. Кажется, что каждая комната сама по себе является частью более широкой апартаментов. Вы должны осмотреть комнату, чтобы найти глиф, и настроить глиф, чтобы найти дверь. Все должно быть согласовано, но с какой целью? Я что, исследователь? Присанкар. Присанкар. Ну чё, вот наш стол. Так, ладно, начнем с коробки. Пофиг. Ну и... У меня какая-то гиря. Ну вот, коробка, чё я не могу ее никак передвинуть, сдвинуть. Похуй. Это кусок латуни должен чем-то принадлежать. Она не ставится никуда. Это весы. Надо что-то сделать с гирькой. Да ну, серьезно? Надо что-то сделать с гирькой. Я даже не знал, что ее можно куда-то поставить. Жесть. Чё это? Маленький диск найден. Еще одна гирька. Маленький диск. Сейчас заработала, до этого чуть не работала. Еще одна гирька. Нет, может наоборот.
пофиг. Так, это... Такая вот. Давайте скажите, что что-то не так с Герикой. Правильно, что-то не так с Герикой. What? Но они здесь все одинаковые? Нет? Круглое углубление. Я знаю, что круглое углубление. Мне изначально нужно понять, что мне с вот этими железяками делать. Не шарим. Что-то вот есть, ну, что-то непонятное. Ладно, на паузу. О, нашел, я вон увидел херню какую-то. А. Типа все в бок. Относительно к этому. Следа, то должно быть все вот так. Что-то, кажется, удерживает отверстие. А ну-ка, давайте сделаем так, как я изначально сказал. А ну-ка. Так. О, щелчок. Угу. Нужно все под углом еще сделать. Наконец-то. Текс, текс, текс. Ну что-то меня хотят.
Так, пойди еще две гири. Одна маленькая должна быть, одна большая. Дирькам. Я получил еще и маленькую гирьку. Так, маленький якорь, маленькая часовая пружинка. Так, сюда нужно еще что поставить. Ладно. Но я ничего не могу нажать. Ну, погнали к кораблику. Не, ну слушайте, уровень, ладно, довольно такой. Металлическая звезда. Так. Заводной ключик. Нефть что-то вкручивается. Так, ну по сути у меня больше ничего такого нету. Пружина как пружина. Что-то непонятно. Он не будет заводиться, чего-то тут не хватает. Ну чего не хватает? Мне надо открутить этот, чтобы пружинку всунуть.
О, мне еще один ключик надо. Ну и чё? Маленькая плоскоотвертка, во. Подожди, 18:00. Восемнадцать ноль ноль это 8 часов, так? Да. То есть, вот так вот. Ага, 2:50. Теперь. Ключик. Ключик, ключик, ключик. Так, я корабль, да, собираю. Алмаз, ограненный металлом. Скримаки чертовы. Вообще-то стрёмно. Глава завершена. Вы успешно открыли все секреты корабля, но испытания будут становиться все более запутанными. Ну что, давайте, думаю, навигация. Мы с вами навигацию прошли, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.